Транзитная сделка на сумму свыше 1 000 000 евро совершена на Белорусской универсальной товарной бирже. Речь идет о продаже рапсового масла из России. Покупателем выступило литовское предприятие, а сделка между ними стала крупнейшей за всю историю биржи. Согласно статистике, за 10 месяцев года количество транзитных сделок, совершаемых иностранными компаниями на белорусской биржевой площадке, заметно увеличилось. Раньше такие сделки были редкостью. За весь год совершалось максимум 2-3 таких транзакций, но в 2020-м ситуация изменилась. Только за последние полтора месяца зафиксировано 16 транзитных сделок.